У некоторых, даже очень молодых людей, часто бывает, что отекают ноги, устают стопы, болят икры. Попробуйте делать вот это простое упражнение. Вот. Слегка с колен переходить на подушечки пальцев. Если делать это упражнение хотя бы по 5 минут в день, то результат вас удивит. Пройдут и боли, и отеки в ногах.